От станка к волейбольной площадке. На Муромском стрелочном заводе прошли ставшие традиционными соревнования по волейболу. В этом году впервые победу одержала команда 103-го цеха. На награждение участников побывала наша съемочная группа. Скромная, но от этого не менее радостная церемония награждения прошла прямо на игровом поле. Для капитана команды 103-го цеха, жизнь которого со школьной скамьи связана со спортом, это мероприятие особенно знаменательно. В финале мы играли со своим вечным соперником завода управления. Последние несколько лет мы им всегда проигрывали, но в этот раз выиграли в очень упорной борьбе из трех партий. Тем ценнее победа наша. Межцеховые соревнования по волейболу проводятся на заводе с 2008 года. В память первого начальника 103-го цеха Анатолия Соленкова. По словам организатора соревнований, главная цель – сплотить коллектив и, конечно, отдохнуть после работы. Не хлебом единым жив человек. Пришел после работы, вышли, значит, поиграли. Они все в рабочей форме здесь, переодеваться некогда. Поиграли и в обед играем. В этом сезоне в соревнованиях по волейболу приняли участие три команды. Второе место заняла команда завода управления. Третье досталось команде «Рубеж» службы безопасности стрелочного завода. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.